Добрый день! Вы на канале Старшего Мастера. Сегодня у меня в гостях мой ученик Кирилл Вахрушев. Всем привет! С Кириллом мы только что закончили изготавливать вот это изделие, которое называется... Подставка для тортов. Ну, а теперь в двух словах объясни, из чего это изделие у тебя сделано. Верхняя платформа сделана из двух ясеней и полностью из сосны, а нижняя только из сосны. Это из всех... возможных деревьев. Ну, тут, конечно, есть и сосна, и береза, и осина. В общем, много всяких элементов встречается. Вопрос к тебе. Для чего тебе такое изделие? Это для того, чтобы маме было удобнее фотографировать торты. То есть твоя мама занимается изготовлением тортов? Да. Замечательно. Ну, а сейчас мы покажем, как мы данное изделие изготавливали. Ну что, начинаем? Начинаем. Итак, уважаемые зрители, мы вам показали, как изготавливали эту замечательную подставку для тортов. Что бы ты посоветовал другим ребятам, которые собираются заниматься техническим творчеством? Я бы вам посоветовал удачи, успехов, чтобы у вас все получалось, как вы хотели. Замечательно. Ну что же, ждем ваших отзывов, комментариев. Заходите еще и обязательно подписывайтесь. Всего вам самого доброго. Пока! Пока.